Шадринске состоялись стрелковые соревнования, посвященные ноябрьским праздникам. Турнир по стендовой стрельбе, приуроченный ко Дню народного единства и годовщине проведения военного парада 41-го года, собрал 28 человек из Тюмени, Екатеринбурга, Кургана, Шадринска и Шадринского района, а также других городов Уральского федерального округа. Отличительной особенностью турнира стали зимние погодные условия, однако мороз не стал помехой любителям пострелять из гладкоствольных ружей. Летняя стрельба – это намного проще и комфортнее. То есть это температура воздуха, различные сейчас вот осадки, то дождь, то снег, ветер. Вот. Но профессиональные стрелки – это им не помеха. Вот. Они в такую погоду показывают очень хорошие результаты. Вот. Но для начинающих, конечно, комфортные условия – это лето. Соревнования проходили по двум группам – на площадке для скита и полигону для спортинга, дублирующего реальные охотничьи условия. Данный вид стендовой стрельбы требует от стрелка хорошей реакции и немалой меткости, поскольку мишени каждый раз вылетают с совершенно разных участков полигона. Спортинг – это, в принципе, разнообразие полетов. То есть разнообразие. Здесь нет определенных строгих критериев, чуть выше на 10-15 сантиметров полеты, но это можно все менять. Вот, ну, пытаются повторить и в каждом городе, значит, приблизительно одинаковое. Но идеальных полетов, имеется под идеальных с другим городом, вы не добьетесь, поэтому все это приблизительно. И спортинг, вот такой вид спорта, как более охотничий, скажем так. По итогам соревнований победителем в группе скита стал Тимофей Бабаченко, мастер спорта из Кургана. Второе место занял Иван Поздняков из Екатеринбурга. Почетная бронза досталась Александру Подкорытову из Шадринска. В спортинге лучшим стал Александр Стаметов, кандидат в мастера спорта из города Камышлово Свердловской области. Организаторы называют прошедшие соревнования успешными и приглашают всех любителей стрелкового оружия на следующие состязания. Развиваемся. Стенд наш всем нравится. Люди приезжают, люди довольны. Ну а мы желаем всем стрелкам, значит, успехов в стрельбе, значит, метких выстрелов и хорошего отдыха. Порадовал своим участием губернатор Курганской области Кокорин Алексей Геннадьевич. Всегда, в общем-то, оказывает какую-то посильную помощь. Не забывает шадринский стенд и не забывает всех стрелков.